нашу легенду, настоящую, любимую, народную легенду. Это комплект постельного белья «Розовые бутоны». Менее 1000 рублей сегодняшняя цена, 990, номер предложения 15276. Знаешь, я скучал, вот, я как тоже. И многие наши телезрители, которые требовали вернуть этот комплект. И мы вот снова в эфире этот комплект возвращаем, причем по сниженной цене, 990 рублей. Ты почему скучал вот здесь? Боже мой, я скучала и по принту, да. Я скучала и по ткани. Я, в принципе, рада видеть эту надпись снова в эфире, потому что это как знак качества. Разлетаются очень быстро такие предложения, а вот возвращение мы ждем порой очень-очень долго, поэтому пропускать его не нужно. Здесь же мы видим вот такие роскошные огромные бутоны. Ох, может какие. Быть, это розы, а может быть, это пионы. В любом случае, такое ощущение, что вот-вот и мы почувствуем вот это сладкое благоухание каждого из них. Невероятная цветовая палитра с точки зрения фэн-шуй. Это один из самых богатых комплектов. Ух потому ты. Что оттенки розового и сиреневого символизируют удачу и денежное изобилие. Поэтому я всем настоятельно рекомендую для того, чтобы разбогатеть, приобрести для начала вот такой вот комплект постельного белья. Да, почему бы и нет, дорогие друзья. Тем более, что богатеть вы можете начать прямо сейчас. Достаточно позвонить по нашему телефону и сэкономить минимум 300 рублей. Потому что и выгода, и цена у нас указана за полутораспальный размер. Ага, вот, кстати, то, о чем мы и говорили. Не успел появиться, но, видимо, на сайте многие заказывают. Да. Discondefis.tv.ru. Там евро и семейные размеры уже разбежались. Поэтому два размера, зато очень даже интересных, самых популярных. Конечно, наверное. Между прочим, для тех, кто хотел семейный, можете взять два полутораспальных. Хороший совет. Это вот такой отличный да. выход из ситуации. Потому что таким образом как раз два пододеяльника и две простыни, и сразу только наволочек. Мне кажется, прям отличное приобретение, да по такой цене. Тем более, что мы с вами говорим о практичном материале. Володь, мы с тобой с микрофиброй уже начали знакомиться, но здесь немного другого свойства микрофибра. Вот что интересно. Потому что все-таки технологии развиваются, время не стоит на месте. И микрофибра сейчас может принимать совершенно различные очертания. Для меня вот это прям шелковистое ощущение. Вот. Для меня прям такая нежная снежность. Ну, представляешь, сколько вот стоит шелк? На самом деле, это всегда меня поражало именно в этом комплекте, в розовых бутонах, потому что ничего более такого нежного и приятного я давно не ощущал. Ну, правда, потому что материалы бывают разные. Естественно, мы по возможности стараемся знакомить вас с разными производителями и с разными абсолютно материалами. Но вот то, что вы получаете в комплекте постельного белья розовые бутоны, это нечто незабываемое. Это фантастическая гладкость. Вот такое, знаешь, натуральность практически шелка. Но при этом цена действительно наша. Цена телеканала распродаж Дисконт ТВ не 1290 рублей, а менее 1000 рублей сегодня. 990 отдадите за полутораспальный комплект. Сэкономите минимум 300 рублей и в настоящую вот такую роскошь погрузитесь в самое ближайшее время. Потому что, знаешь, шелковое постельное белье, опять же, стоит космических денег. Вот-вот. За ним и ухаживать и вот, сложно. Кстати, а ухаживать за шелковым бельем тоже очень сложно, тем более, что шелк накапливает статическое электричество. Вот эти удары током, это вообще никому не нужно. Здесь же микрофибра нежнейшая, мягенькая, отличная, шелковистая и не требующая ухода, не требующего каких-то вмешательств. Мы стираем в стиральной машинке в привычном режиме. Не нужно какие-то танцы с бубнами устраивать, не нужно какие-то ополаскиватели, порошки, ну, только если захочется. Так. Тем более, что мы не волнуемся также за износостойкость. Как мы любим говорить, 2000 стирок действительно выдерживает и наша микрофибра. Mm-hmm. Это доказано, так скажем, уже ведущими дизайнерами. Да, абсолютно микрофибру. Верно. Вот, а мы знаем, насколько это продвинутая, прогрессивная, так скажем, именно технологичная страна. И, конечно, высоким спросом обладает и высоким качеством обладает наша микрофибра. Более того, мне очень нравится, что, опять-таки, ее практически не нужно гладить. Вот видишь, я не люблю гладить постельное белье. Ладно, еще наволочки погладить. Но под одеяльник или простынь мне просто плакать хочется. Микрофибра практически не мнется. И она, ну вот всегда вот такими шелковистыми нотками обладает. Поэтому да. постирали, высушили и сразу спать. Абсолютно верно. Действительно, это не только экономия денег сегодня, в прямом смысле этого слова, потому что вы экономите каждый день вместе с нами, вместе с единым центром распродаж, но это экономия еще и времени, и сил, потому что особого ухода не требует. Да. Гладить микрофибру не нужно, если только руками, потому что захочется это делать постоянно. И вот мы вновь видим свойства. Дышит. Конечно. Что еще? Дышит, не требует глажки, не дает усадки и очень быстро сохнет. И только микрофибра обладает такой легкостью, что любое дуновение ветерка, посмотрите, какие волны, бог ты мой, как вот так бы и смотрела весь эфир. Ну куда приятнее окунуться в это наслаждение, придя домой после трудного рабочего дня, уснуть здесь, видеть те самые розовые сны, восхитительно восстанавливать свои силы.
силы. Ну и не забывайте, что мы говорим сегодня о полнейшей комплектации. Конечно, поэтому у нас две наволочки размером 70 на 70 присутствуют. Невероятно красивые, наливные, сочные. Присутствует также обворожительный пододеяльник с двусторонним нанесением принта и очаровательная королева простынь. Один в один дизайн повторен. Все, что нужно. Лучший подарок на 8 марта не открытка, не цветы, а вот такой комплект. Истина! Вот действительно правильно говорит Александр. К сожалению, времени у нас не остается на то, чтобы познакомиться еще более детально. Хотя, в принципе, я думаю, что мы обо всем рассказали. Действительно фантастика настоящая. Называется «Розовые бутоны». 990 рублей наша цена.